16 декабря состоялась 17-я сессия Совета муниципального образования «Северский район». На повестке дня – вопрос об избрании главы муниципального образования «Северский район». Напомним, 10 лет главой Северского района был Адам Шахметович Джарим. Огромное спасибо за труд, за отношения, за те года, которые мы с вами, трудные были года, строили, созидали, ремонтировали, спорили, но район стабильный. Район входит в десятку лучших муниципалитетов нашего края. И вот заканчивая год по всем позициям, практически мы опять-таки в лидерах. Низкий поклон всем, коллеги. Люблю, ценю, уважаю и горжусь, что и все эти годы мы были все вместе. Главу района депутаты избирали тайным голосованием. Кандидатов было трое. Андрей Дорошевский, глава Северского сельского поселения. Виктор Лесников, руководитель парка Станицы Северской. И Анатолий Тимченко, предприниматель и депутат Северского сельского поселения. Подсчет голосов был недолгим, и вскоре счетная комиссия огласила результаты выборов. В результате подсчета голоса распределились следующим образом. Дорошевский Андрей Владимирович – 30, Лесников Виктор Петрович – нет, Тимченко Анатолий Николаевич – 2 голоса. По итогам тайного голосования главой муниципального образования «Северский район» избран Дорошевский Андрей Владимирович. Андрей Дорошевский занимал должность главы Северского сельского поселения. Этот опыт станет ценным подспорьем в предстоящей работе. Я за перемены, но за перемены к лучшему. Вот. И эти перемены я хочу и готов осуществлять вместе с вами. Потому что, как говорится, один в поле не воин. То есть пока мы вместе, пока мы едины, мы не победим. Прошедшие выборы без преувеличения стали определяющими для политической жизни муниципалитета на ближайшие 5 лет.